Да-да-да, доброе утро, просыпаться пора. Да-да-да, доброе утро, кому не до сна. Да-да-да, доброе утро, скажем дружно мы все. Встречайте утро с нами на ЛИДА-ТВ. Пусть этот день начнется с доброты и с чьей-то удивительной улыбки. В такой волшебный день мы пригласили в студию очаровательную, талантливую девушку Татьяну Сакович. Татьяна очень разносторонний человек, и важное место в ее жизни занимает творчество и написание стихов. Сегодня мы рады познакомиться с этим удивительным человеком. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Ну, в первую очередь, я мама двоих прекрасных дочерей, любимая и любящая жена. Также у меня есть мое хобби – это написание стихотворений. А еще я совмещаю две работы. Я работаю визажистом, и плюс ко всему я работаю на государственном предприятии. Это Лидская передвижная механизированная колонна 169. Я работаю секретарем директора. Как вы все успеваете? Ну, как-то само все получается. Очень важно, чтобы тебя поддерживали близкие люди. Это очень важно, потому что без поддержки тогда ничего не получится. Важно чувствовать, что ты нужен людям, своим близким людям, и что они тебя любят. Татьяна, помните ли вы, когда написали свое первое стихотворение? И что сподвигло вас на это? Да, конечно, помню. Я училась в 6 классе. У меня был просто потрясающий преподаватель по русскому языку и по литературе Драгун Людмила Семеновна. Она настолько привила мне любовь к литературе и к языку, что слова просто начали сами складываться в строчки, а строчки уже в стихотворение. Помню, это был какой-то такой абсолютно наивный детский стишок, я даже сейчас уже не помню про что. Где-то дома у моей мамы лежат прям сборники, тетради такие общие, где написаны все мои первые начинания. Вот так, дорогие телезрители, видите, как важно любить в школе русский язык и литературу. Спасибо большое вашей учительнице за то, что привила вам с детства такую любовь к стихам. Скажите, пожалуйста, сколько примерно времени уходит на написание одного произведения? А это уже зависит от моего настроения, потому что, в принципе, стихи всегда пишутся, ну, под настроение. Ну, в целом, где-то минут 15-20, очень быстро. Талант. Спасибо. Таня, какие писатели и поэты вас вдохновляют? У меня есть один любимый поэт, и он у меня единственный из всех. Это Эдуард Осадов. Очень люблю его творчество. И когда-то та же самая учительница Людмила Семеновна в школе дала мне почитать его сборник стихов. И мне было настолько интересно, он так красиво и жизненно пишет, что я уже, можно сказать, влюбилась в его творчество. Поистине вдохновились. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из собственного сочинения. Вы знаете, с огромным удовольствием. Сегодня как раз-таки строчки снова сложились в столбики, и именно сегодня я написала свое новое творение, которое еще никто никогда не слышал. Мне бы очень хотелось поделиться им с вами и со зрителями. Здорово, это будет ваш дебют, и мы с Женей и с нашими телезрителями с удовольствием послушаем. Стихотворение про счастье. Просто про обычное человеческое счастье. У каждого в жизни случается счастье. Оно рядом с нами, всегда и везде. Но в силу обыденной жизни, препятствий, заметить нам трудно его всей борьбе. Для каждого счастья особая доля, и каждый трактует его по себе. Для Лены, соседки, счастье съездить на море. Но это не главное, ведь счастье в тебе. И утром проснувшись, скажи себе: здравствуй, хорошего дня не забудь пожелать. Возьми телефон, позвони своей маме. При встрече старайся ее крепче обнять. Для каждого счастья особая сила. Она наполняет нас изнутри. Счастливая женщина очень красива. Счастливый мужчина – ребенок внутри. Нам так повезло жить под куполом неба, любить, наслаждаться каждым прожитым днем. Но разве не счастье просыпаться с рассветом и в мирное время, без пулеметов и войн? Хочу быть счастливой сегодня, всегда. Хочу, чтобы сердце горело огнем. Хочу наполнять и другие сердца любовью и трепетом, и только добром.
Это просто замечательное стихотворение, правда. Искренне от души, тем более в такой день, в Международный день счастья. Татьяна, огромное спасибо. Спасибо большое вам, что пригласили меня и разрешили поделиться своим творчеством. Я очень рада была присутствовать сегодня в этой студии. Спасибо, Татьяна, что разделили это утро с нами. Творческих успехов вам и ждем ваших творений. Встречайте утро с нами на Лидер.